Спикер парламента республики Александр Иванов в ходе рабочей поездки посетил Зеленчукскую районную больницу. В начале декабря он помог учреждению приобрести лапароскопическую стойку. Врачи оценили работу нового оборудования и рассказали о своих успехах. Подробности у Али Баташева. Вот это камерная головка, и у нее разрешение Full HD. А что она позволяет? Она позволяет, то есть сам вот этот лапароскоп мы погружаем в брюшную полость, и нагнетаем углекислый газ, и, соответственно, за счет вот такой образовавшейся полости мы визуализируем те органы, которые мы хотим оперировать. Лучшая диагностика значительно облегчает процесс операции и сокращает ее продолжительность, говорит хирург Азамат Дагужиев. Теперь для операции достаточно небольшого разреза. Пациент восстанавливается намного быстрее. Допустим, есть традиционные способы, это когда мы именно операцию, ну, примерно при желчекаменной болезни, делаем большой доступ, большой калечащий разрез. А здесь, как в простонародье говорят, лазером, то есть небольшими проколами, и плюс именно ранняя активизация. То есть мы пациента в этот же день поднимаем. При большом желании и при нормальном состоянии мы на 3-4 сутки пациента выписываем. Новое оборудование позволяет успешно лечить желчекаменную болезнь, удалять аппендицит и проводить гинекологические операции. С учетом открытия горнолыжного сезона в Архызе, потребность в высокотехнологичной медицинской помощи будет возрастать, говорили выступающие. Там надо еще тоже контролировать соблюдение масочного режима на курорте. И вот это переизбыток этих людей, которые там приезжают, однодневные там туристы, он может дать еще более повышенный травматизм. И это будет, скорее всего. Успехов. Спасибо. Вам. Спасибо. Да, удачи. Чтобы спасибо. У вас поменьше работы было. И хорошего настроения. Всем с наступающим Новым годом. В общем, спасибо. Всего спасибо. Самого наилучшего. Вам и вашим близким. Лапароскопическая стойка появилась в больнице 8 декабря. За это время на ней провели уже 16 операций. Александр Иванов отметил, что важно уделять внимание вопросам здравоохранения и создавать все условия для качественной работы медиков. Это одна из главных задач для Единой России и руководства республики. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.